Такой вечер в Новом Поле. Женя строится. Луговина выкошенная. Вон домов сколько вдоль дороги. Это дорога на Заславль, та вот, за домами и за деревьями. Это вот наша улица. И этот сосед еще один строится. Вот распредщит, столбик. Обойдем Светланку. А там люди живут. Кошки горят. Вот еще дом строится серый. Шлакоблоки какие-то. Фонарик горит. Вот впереди асфальт. Это на Заславле направо, а налево на Гродненскую трассу на Минск. Собственно, из Заславля тоже на Минск можно. Когда как ездим. Вот. Нулевку засыпает песчаной смесью человек. Скоро тут центр цивилизации будет. 4 года назад ничего этого не было. Да, а вон мой сарайчик стоит, беленький. Такая красота. Жизнь идет, бьет ключом, продолжается. Всем добра!